В Новый год никто не должен остаться без подарка. Военнослужащим, которые проходят лечение в Ульяновском госпитале, вручили подарочные наборы. Инициативу проявили члены общественной организации «Боевое братство». Они предложили губернатору Алексею Русских порадовать военнослужащих подарками. Губернатор идею поддержал, наборы дошли до своих получателей. Сейчас вот мы с огромной радостью вручаем эти подарки от имени губернатора нашим бойцам. Очень надеемся на их выздоровление и на то, что этот год для них будет в окопах последним. Для военнослужащих подготовили 200 комплектов спортивных костюмов и кроссовок. Также 2 спальных мешка для офицеров из медицинской службы, которые периодически выезжают в зону СВО. Кроме того, неравнодушные граждане передали бойцам обереги. Имеет очень большое значение, потому что каждый из них хранит это. Для меня лично, как участнику чеченской кампании, когда-то в декабре 99 года я получил маленькую елочку, сделанную детскими руками из Забайкали. И я ее каждый год сейчас вывешиваю на свою большую елку. Никто из военнослужащих не остался без внимания. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Ул.Правда ТВ.